О спорте. Главный матч чемпионата города по футболу прошел под проливным дождем. Лидер турнира, клуб «Молния», сразился с командой «Сибирь». Репортаж Владимира Истомина. Быстрая игра в пас, стремительные комбинации, хорошая фланговая атака «Сибири» и мгновенный ответ «Молнии». Футболисты смело разрывали назойливый прессинг дождя, наращивали темп, передачи в касание, удары, голевые моменты. Игроки «Молнии» лучше использовали свои возможности. Уже на старте матча Ренат Аспанов здорово сыграл на подборе и открыл счет в поединке. На 25-й минуте Артем Иванов увеличил преимущество лидера чемпионата. Сибирь создавала свои моменты. Футболисты в красных накидках хорошо комбинировали. Дренажная система стадиона «Юность» справлялась с растущим напором дождя. Газон не раскисал. Игроки Сибири делали хорошие обостряющие передачи. В начале второго тайма команда взяла на вооружение оружие соперников. Дальние удары. Молнию несколько раз выручил вратарь Александр Заика. Радует, что в тех моментах, которых должен был выручать, выручил. Вот, в ключевых, так скажем, моментах игры. Сибирь наседала, атаки, удары сходу. На 60-й минуте хозяевам поля удалось поразить ворота «Молнии». У футболистов обеих команд открылось второе дыхание. Потоки воды растворились в огне ярких атак. Футболисты «Молнии» забили третий мяч, игроки «Сибири» получили право на 11-метровый удар. 3-2, впереди 10 минут матча. Игра была достойная, да, как бы видно, лидеры. Погода тоже как-никак коррективы внесла свои, старались. Как могли. Игра на кураже. Два красивых гола. Футболисты «Молнии» забили в контратаке. Сибирь мгновенно сократил разрыв. Битва на финише матча. «Молния» сохранила победный счет 4-3. Команда второй год кряду и пятый раз в своей истории выиграла золотые медали городского чемпионата. Напряжение, нерв матча, он присутствовал от первой минуты и до последней. То есть попытались они даже вратаря в атаку отправить, чтобы забить угловой. Но мы выстояли, все-таки доказали, что мы в этом сезоне не зря заняли первое место и стали чемпионами. Следующие матчи у команд, играющих в городском чемпионате, будут кубковыми. В ближайшие дни пройдут полуфинальные поединки. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, Антенна Си.